Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы искренне рады приветствовать вас на нашем канале. 2021 год по-прежнему продолжает уносить жизни великих людей. Апрель 2021 года стал настоящим звездопадом для российских артистов. Только за апрель ушло более 40 известных актеров и артистов. Многие из них были молоды. Месяц май продолжил печальную тенденцию. Очевидно, что в историю 2021 год войдет как трагический год для российского искусства. Практически каждый день приходят печальные новости о смерти известных людей. Помимо артистов уходят и другие известные люди. Так стало известно совсем недавно, что ушел молодым представитель спорта. Сегодня к нам поступила до боли печальная новость. Ушел из жизни знаменитый хоккеист. Он выступал в континентальной хоккейной лиге за команду «Югры». С 2011 по 2016 год выступал за национальную сборную Чехии. Хоккеист Марик Трачинский скончался в возрасте 32 лет. У него осталась 16-летняя дочь. Причины смерти выясняются. Скоропостижная смерть спортсмена вызвала множество вопросов. Зрители программы «Прямой эфир» просят Андрея Малахова взять дело под свой контроль и провести собственное расследование. Редакция нашего канала выражает искренние соболезнования родственникам Марика Трачинского.